Этот год – год больших приключений. Мы и подумать не могли, что можно так запросто отправиться в автопробег на другой конец России. Мы своими глазами увидели множество заводов и фабрик, исторических памятников и веками сохранившиеся архитектурные сооружения. Сочи и Волгоград, Саратов и Севастополь. Такие не похожи друг на друга, но объединенные какой-то общей невидимой силой. Но в нашей стране еще так много удивительных мест, а значит, в следующем году снова в путь. За приключениями, впечатлениями и новыми друзьями. В новом году цените каждый день. Запомните каждое счастливое мгновение. Ставьте высокие цели. С Новым годом!